пятницу смотрите на нашем канале очередную серию программы «По следам первого». На этот раз ее героями стали Николай Спицын, первый оператор, и Дмитрий Масленников, первый спортивный комментатор телестудии «Родники». Именно так называлась в 2000-м наша телекомпания. Мы расскажем, как проходили выборы в Мытищах в 2001 году, как менялся округ и какие казусы происходили во время первых прямых эфиров. Начало 14 августа в 20 часов. Не пропустите.